Ира ругается. Потом вы ему звоните, он не отвечает. Давайте, пробуйте еще. Я перезвоню. Слушай, врет или краснеет? Да, он всегда врет. Включен телефон. Телефон? Да, у него когда-то включен телефон. Молодец. Но это не наша проблема. Мы деньги платим. Почему он на нас сваливает вот это все? Я просто вообще не понимаю. Почему мы должны решать эти вопросы? Мы вообще не должны ему все время звонить и уточнять, что он там делает. Да? Угу. Слушай, а куда они все идут? Мам, мы можем пройти здесь, а можем пойти вот туда. Ты знаешь, пойдем, наверное, по красивой тропинке. Зачем нам это? По этой? Пойдем. Она же для кого-то создана. Просто. Может быть, для нас? Конечно. Она для нас создана. О, хорошо. Так научиться идти, чтобы камера не тряслась, достаточно сложно. Так, это мы в санатории, который называется Карпаты. Рядом с Мукачево. И идем. Ничего нету там? Там, нет, там есть дорога дальше. Ну, там можно пойти в лес, но он. Нет, там есть дорога, но нам нужно туда обойти. Муравьишка, прекращай. Мы не ругаемся. Здрасте. Я даже не права. Здрасте. Тебе тепло? Девица. Конечно, тепло. Злость к нашему прорабу, который работать не умеет, меня уже вдохновила на убийство. На какое убийство? Давай его убьем. Да я думаю, Сонечка нас посадит. Не посадит. И два хвости, это завид старый. Его покупать Эн Хаврошенко. И за справа покупать Эн Хаврошенко. Машина. К
родів у Європі і дають російські гриби. А тут закрита, пойдем туда. Де хворі? Де поранені? Не ховалися. Вони хворі, але що це велико. А знаешь, что я думаю, что экскурсоводы — это то, ну, что они на самом деле просто придумали себе вид заработок, можно самим ходить. Они могут просто разница? Погуглить. Да, и можно все это погуглить, если кому-то очень надо. Ну а вообще, какая мне разница, кто что започаткувал? Да, даже если и тебе важно. Не нравится. Понимаешь, если даже ты хочешь это узнать, ты просто взяла, почитала и пошла сама экскурсоводом работать, и все. Правильно? Да. Взяла, создала себе там какой-то... Я просто думаю, вот мне надо стоять, например, вместе с группой и слушать это все. И слушать, кто что започатковал. Зачем? Я лучше полезу. Ну, и плюс ты не можешь сильно отклониться от группы, потому что тебе надо ждать и ходить вместе с ними. Да. Ты не можешь пойти туда, куда тебе хочется. Поэтому, если ты едешь за границу, то экскурсии брать... Ну, просто знать, куда тебе надо, и все. Да. Вот смотри, там есть магазин какой-то. О, отлично. И далее буфет какой-то. А там озеро. Сейчас пойдем уток кормить. Смотри. У них хлебушка. А? Давай пойдем купим где-нибудь хлеба. Ну давай сначала посмотрим. Тут где-то есть зоопарк. Сонечка, нам нужно контролировать время? Чуть-чуть, да. Ну, у нас еще много времени. Я так думаю, что у нас много времени. Алло, даю. Вот, это где-то есть озеро. Мы идем к озеру. Оно замерзло. Ой. Ты смотри. Здесь нет уток. Мы не будем кормить уток. Озеро замерзло. Ну, подождите, вы же мне сказали, что вы ему дали все. Да, он нас, дали. Как всегда, обманывает. А у нас есть вариант, если вы у него не уточните, будет ли он красить, а скажете ему, Юра, да, его зовут, или как там, Вася, Миша скажете, красить сегодня. Здесь нет уточек, мы думали, что здесь есть уточки. Хорошо, и когда он придет? Ну, я тогда попрошу Сонину маму сидеть на месте. Потому что, Юр, вы не контролируете своих людей. Сонина мама будет сидеть на месте и ждать его. Придет, она у него тоже спросит, что он будет делать. Она будет даже может, или нет. Может потому, сидеть, что, честно, да. Мы даем сюрпризы. Просто, что вы обещаете одно, получаем другое. Да мне все равно насчет... Подождите, какую обстановку? Мне все равно. И знаете, когда я заплатила за подоконники? Сколько прошло? Я могу накалять обстановку. Мне для этого вообще ничего не надо. Скандалы, разборки, интриги. Это так все мое. А что, мы переезжаем в три... Не, Юра предлагает не накалять обстановку, не оставлять твою маму. Как будто, почему понимаете, нет? Если бы вы их сами контролировали, своих работников, почему нельзя ее ставить? Никто бы не накалял обстановку. А знаешь, почему вы их не контролируете? Они обманывают. Потому что он не придет. Он так говорит, потому что он не придет. Конечно, он не придет. Он так не придет.
Поэтому он говорит не оставлять мам. Потому что... Она подождет, мы посмотрим. Он пойдет посмотрит. Все, давайте, связь. Это просто... Знаешь, он так говорит, потому что, мол, он же не придет, зачем ей оставаться. Нет, он сказал, что полтора часа он будет там. Она просто остается, чтобы... Накалять обстановку. С кем накалять обстановку? Ой, да? Ты что-то снимала, класс. Да он уже достал просто. Достал, конечно. Мы сейчас... Ира, нету уток. Так, что, я... что мне сказать твоей маме? Пусть едет домой? Она может делать, что хочет. Ты можешь сказать, если вам нечего делать, вы можете остаться. Понимаешь, ты скажи, как вам удобно. То есть хотите уезжайте, хотите нет. Она может по собственному, ну мы же не будем ее заставлять. Он мне сначала рассказывал, что он не берет трубку, что он не может дозвониться. Потом он мне рассказал, что он дозвонился своего напарника. И что он в центре покупает все необходимое. Лежит. И что он через полтора часа придет. В общем, врет повсегда, понимаете? Всегда врет. Вот что делать? А что вы дальше будете делать? Ну, вот он. Ну, спроси, хочет ли она подождать или не хочет она подождать. Завтра приедете посмотреть, что сделали. Приезжайте завтра проверить. Уже что мне уже сделать с ними? Ну, если, знаете, если они завтра ничего не сделают... Садись. Я... Попрошу уже, наверное, его отдать вам ключи. Вот, а МЖ. Вот. Ты мой юг. Алло, пошли. Слушай, а что там? Пойдем. А что это за звук такой у тебя? Тася, пошли посмотрим, куда люди пошли. Мы выйдем или нам нужно обратно возвращаться? А мы за людьми пойдем. Я не хочу за людьми, пусть обратно. Пойдем, мне уже надоело. А? Люстру смотри. Иди хорошо смотри. Девочек идет. А я нашла здесь Wi-Fi. Да? В замке Wi-Fi. Это не соответствует как-то его вот старине, старизне, или как это сказать, его возрасту. Это очень древний Wi-Fi, называется Sweet. Sweet? Sweet, наверное. Нет, просто я считаю, что здесь вообще не должно быть Wi-Fi. И ничего не должно быть. Может, даже электричество не должно быть.
Пойдем сейчас посмотрим на животных. Там должен быть зоопарк. А тут, кстати, летом красиво очень. Потому что это все цветет, там зеленое. Ирочка, тебе очень, ну, важен Wi-Fi, да? Да. Нет, пойдем уже. Потому что я хочу кушать. Ты знаешь, держать вот так камеру в руке не очень удобно. Опа. Маленькие попки. Ой, это у него рога, да? Как их сюда позвать? Идите сюда. Идите. Разве что что-то вкусненькое ты ему можешь. Идите поздороваться. Волохатые рожки, да. А вон там большой стоит, вот там. Далеко, я плохо вижу. Нет. Среди деревьев, смотри. Они все маленькие. Чувак призывает. Рожки. Рожки, не знаю, рожки. Ой. А как он так делает? Смотри, смотри. Еще маленькие. Маленькие, они все маленькие. Откуда же они маленькие взяли? Где их? Ой, а что они делают там? Ой, там эти утки. Да, а здесь олени, только они очень далеко. Ну, они возле своих домиков. Мы им не интересны. Ну вот домик, он не так далеко, он близко. Это ж территория не маленькая, видишь, куда она идет. И там хорошо живется. Таких там много, видишь как? Мне интересно, почему они все такие мелкие? А вот этот с рогами стоит, кушает. А можно за ограду залезть? Я могу, честно говоря, это сделать. Но нас оштрафуют. Если бы мне было лет 12, я бы туда 100% полезла. Знаешь, можно прийти вечером и залезть туда. Психопат. Хотя, мне кажется, там должен быть фонарь у них где-то. Видишь, вот этот провод тянется. Вон утки там кричат. Уточки и олени, но олени как-то очень далеко от нас, и к нам никто не подходит. Ну, не очень. Вот этот близко. Ну, если Машечка, иди к нам, пожалуйста. Ты если бы у тебя была какая-то еда. Дружок, иди сюда. А что они вообще едят? У них все есть. Да? Что ты можешь предложить? Села? Какой хороший. Травку. У них попки смешные. Если что, я видео снимаю. Я тоже. Хорошо. Хорошо. Пока-пока, он ушел. Так, пойдем с другой стороны зайдем. А что вы жалуете? А, вы укусить нас хотите? А что вы тут жалуетесь? Жалуются нашу уточку. Жалуются. А чего ж так? Слышь, мне кажется, они несчастны просто. Мне кажется, это очень агрессивные гуси. Это гуси, но мне кажется, у них такие звуки, как будто они скучают по ком-то. А вон олень стоит, вон, ты видишь его, он близко. Вот,
Он смотрит прямо. Я сейчас приближу, где вот он. А вот еще один ходит. Ой, да, я увидела оленя. Он, правда, чуть-чуть подальше. Он стоит и смотрит на нас. А вот утки. Они жалобно скулят. Как мишка, когда я ухожу. Какие хорошие. Это гуси. Не утки. Вообще-то, откуда ты знаешь, что они жалобно скулят? Потому что я чувствую это. Ну, в принципе, да. Ты же умеешь с животными разговаривать. Да. Ну, смотри, как он жалобно скулит. Слушай, а вот те олени, они еще за одной оградой? Или мне кажется? Еще за одной. Не умею. Гуси. А вон там их очень много. Вон там все олени собрались. Стоят, смотрят. Они просто ближе не могут подойти. Вон они ходят. Их там так много. Ой, они сюда идут. Волохатый идет сюда. Где? Вот он. Кого ты имеешь в виду? Олень. Ты, конечно, за... Нет, другой волохатый. Я не вижу. Тихо, тихо. А, вот он. Ого, у него рога. Он трется рогами. Слушай, я такие даже не видела. У него такие рожки красивые и маленькие. Травку какую-то кушать. А утки, они возле нас. Мне кажется, что мы им нравимся. Мне это гуси. 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 Гуси, гуси. Еще один.